одному жирно в двухместном номере, двумя комнатами. Слишком жирно. Соседний отель. Погода, нормальный ветер такой свежий дует, не так жарко. Время 9 утра только, поэтому возможно. Днем будет жарче, конечно. Вот балкончик, стол. Ходим. Кровать большая, здесь он спал. Телек. Это я. Сон. Здесь сейф, кстати. Долго я сниму, что сначала был не работает, как все работает. Все окей. Так, это была первая комната. Вот она так выглядит. Теперь вторая комната. Ну, короче, по местным меркам, таких комнат живут олигархи. Чем не являюсь, в принципе. Здесь холодильник. Здесь бухло меня поджидает. Не знаю, как его выпить, на самом деле. Здесь, значит, у нас ванна. Я. Не ванна, а душевая, туалет. Здесь все есть. Раковина следит за сиреном, у меня вообще жесть. Хир какая-то, непонятно. Выход. Так, это сокол выполнен. Сейчас надо идти позавтракать. Ну и договориться вообще, что и где жить. В каком номере.